Вы знаете, вот я вам благодарен именно за этот вопрос. Вот. Как раз вот этот троллинг тех людей, которые мой образ с моими рубашками, которые я ношу с 2010 года. Когда вас с Кадыровым сравнивали? Да, меня сравнивали. А вам ясно то, что вас сравнивали с Кадыровым? Ну, вы знаете, меня, во-первых, я никогда не называю эту фамилию. Почему? Потому что люди, которые были в батальонах на Востоке, они убивали моих друзей. Его люди? Да, я никогда. И мне неприятно то, что на сегодняшний день меня ассоциируют. Но никто не потрудился и не посмотрел о том, что подобного рода рубашки я делал себе с 2000... У меня проблемы с вещами. Это сейчас я... Вы похудели? Да, похудел. А так, с 2010 года у меня проблема с вещами. Я всегда себе шил. Мало того, в Верховном Совете я ходил в этих рубашках, и меня никто не ассоциировал. iPhone 10 в Верховном Совете еще не вручали. С этим человеком. Поэтому вот то, что вы берете, это момент того, что я специально, сознательно отвечаю троллингом на троллинг меня, тем людям, которые...